Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Июль приближается к концу. Вот и настал тот период, когда уже нужно поговорить о заказах семян томатов нового сезона, то есть 2023 года. Как заказать семена томатов в этом году? Точно так же, как в прошлом. В конце августа, с 28 августа, с понедельника, я начну прием заявок на семена. Прием заявок, что это значит? Это значит, что на электронную почту мою вы вышлете письмо и напишите: или хочу посмотреть каталог, или хочу заказать семена в любой формулировке. Я в ответ вам высылаю условия заказа, каталог, все в одном документе. Вы смотрите, выбираете, знакомитесь, все, и делаете заказ. Так, еще. Мы пойдем домой. Я покажу прям под каждым видеороликом, где найти адрес моей электронной почты. Покажу, как вы можете пройти на сайт каталог, где сейчас я располагаю все томаты новинки, фотографии, описания, чтобы вы смогли сделать более осознанный, более правильный выбор. Ну и, конечно, смотрите мои видеообзоры летние, смотрите, читайте в Дзене подробные статьи описания томатов. Так, и еще. Это будет про томаты новинки. Но сейчас я последние два года веду прием заказов на семена томатов круглый год. То есть сейчас я принимаю заказы на все сорта томатов, кроме новинок. Вот все томатные гномы, которые стоят за мной, которые я в прошлом году выращивала. Более 60 сортов есть в наличии. Несколько сотен сортов новинок прошлого года, позапрошлого, прекрасных сортов. Пожалуйста, пишите на почту. Я вам вышлю актуальный каталог на сегодняшний день. Выбирайте, заказывайте, присылайте заявки. Все. Пойдемте, сейчас покажу вам, где найти адрес моей электронной почты. Вот смотрите, берем любое видео. Вот я вчерашнее открыла, самое последнее. В описании под видео, это у всех, я вот смотрю с компьютера, на телефоне, я думаю, точно так же, есть вот описание, которое в самой первой, в самой верхней строке написано: почта для заказов семян томатов, указана моя почта, и написано: напишите мне, я вышлю вам обновленный каталог. Ну, фразы меняются, но смысл один и тот же, то есть здесь адрес электронной почты. И вторая строчка написана: ссылка на сайт под каталог. Тут даже ничего не нужно копировать, не нужно что-то куда-то переносить. Ссылка голубая, вот такая синяя, активная. Просто на нее нажимаем. И мы сразу оказываемся вот на этом сайте, о котором говорилось. Сейчас вот так уберу. И тут же, смотрите, в каталог. Вот они, все сорта, но здесь они все вперемешку. И нынешние, и прошлогодние, и позапрошлогодние. Для того, чтобы, если вы хотите посмотреть именно новинки этого года, ну, хотя бы просто в ознакомительных целях, то вот здесь, где лупа, поле написано «Поиск», печатаю «Новинки». 2023. Так, и нажимаю на лупу. Вот они. Вот это все новинки, которые я выложила уже в этом году. То есть, прям буквально на прошлой неделе, несколько дней назад. Подсинеевский ранний, желтый огонь, ужин Контадина, колесо обозрения. Потом, так, домата Тета Катика, красочная слива, оранжевый монстр. Это все те томаты, о которых я нынче вам рассказывала. Золотые горы Медео, нефритовая красота гном, гном сердце Бадди, сливка гурман, гном картофельная гадюка, гном укус змеи, жар птица, бычье сердце оранжевое, минусинское. Ну, короче, все. Так, гном сердце Скарлетт. Гном салат из зеленого лайма.
И я сюда почти каждый день добавляю по один, по два сорта. То есть те сорта, которые уже созревают, и о которых я могу, ну как, характеристики рассказать, высказать свое мнение, я все размещаю сюда. Но, посмотрев вот здесь вот все эти, ну, сорта, которые вам нравятся, вам все равно нужно написать письмо мне на почту, потому что только лично каждому я высылаю актуальный каталог, высылаю номер счета и беру у него адресные данные, то есть данные вашей оплаты, ваш адрес точный. Это для этого нужно нам с вами общение в электронной почте. Все. Ну вот, я рассказала вам быстро, как сделать заказ семян в этом году. Я надеюсь, несмотря на то, что рассказала все коротко, я надеюсь, что вам все ясно. Ничего сложного нет, ничего не изменилось с прошлого года. Все точно так же. Желаю вам сделать выбор удачный, осмысленный. После долгих изучений сортов, после как всей моей информации, которую я вам даю, желаю вам богатых урожаев, собрать хорошую коллекцию, которая подойдет именно для вашего участка, для вашего региона. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о заказе семян томатов.